Всем привет, друзьям! Я сейчас решил поиграть в железнодорожный симулятор, Train Simulator, и у меня такая быстрая миссия, то есть надо доехать до остановки Кёльн-Сюд. Кёльн-Сюд. Платформа 4. И у меня есть поезд, это поезд БР-101 Deutsche Bahn. Немецкая железная дорога, и у нас он большой состав из 16 вагонов. Из 16 вагонов. Это товарный поезд, не пассажирский. Все вагоны, наверное, рандомно к нему подобрались, потому что это свободная игра. То есть поезд большой, тяжелый. И можно стартовать. Для этого нам надо снять тормоз. Так, ну вот я могу делать это с панельки вот с этой. Я могу ее выключить и сделать, в принципе, все отсюда. Из кабины тормоз это здесь. Его надо отпустить. Этот тормоз тоже отпустить. Свет в кабине, наверное, не нужен. Так, подадим сигнал, что мы поедем. Ставим реверс в положение вперед. И задаем какую-то тягу. Так, у нас какой-то немножко мокрое стекло. Все. Очистили. Так, нам горит зеленый. Какой здесь лимит? Лимит 160, то есть можно выставить RFB. Сразу через AFB. RFB. Лимит на, не знаю, на сколько. Но обычно вот если играете компанию, то рекомендуется для грузовых поездов не делать более 125 км в час разгон. Все, тогда увеличиваем тягу. Посмотрим. Не будем быстрее разгонять 125. Вот как-то так. Миссия должна быть довольно короткая. И она даже не лимитирована у нас по времени. То есть это просто такая обзорная миссия. Если вам понравится это видео и вообще эта серия видео про поезда, то я могу записывать еще. То есть Train Simulator у меня работает, он в принципе не тормозит, то есть все хорошо, все с ним хорошо, и я могу записывать еще несколько видео по тому контенту, который здесь есть в той пачке, которая была в Steam как бы куплена у меня. То есть это только стандартная игра без всяких DLC. Путь у нас открыт, вроде бы. То есть здесь нам не встречается. И, возможно, в быстрых сценариях они встретятся. Никакой другой транспорт. Это же не компания. Надо просто проехать 11 километров. Это примерно 6 минут со скоростью 120 км в час. Но будем на всякий случай внимательно относиться к семафорам и разметки, то есть если где-то тут будут ограничения по лимиту, ну, внимательно за этим следить. Так, еще раз название. Кёльн-Сюд. Платформа 4. Поля. Какие-то домики. Плане. Так, тут зеленый. Там вроде бы тоже зеленый. Так. Все хорошо. В общем, вообще я люблю симуляторы, то есть помимо стратегий, которые я записываю в основном, да, на канал на свой, на YouTube. Симуляторы я тоже люблю, но далеко не все симуляторы идут на моем железе. И так вообще всегда было. То есть, какие бы компьютеры у меня не были, они всегда не топ. И из-за этого в них в симуляторы очень сложно играть, потому что симуляторы обычно требуют топ-железа. Вот этот Train Simulator, он старый. У него движок 2009 года. Ну, может быть, он обновлялся, конечно, но не так, чтобы часто. И поэтому он идет более-менее на моем компьютере. Хотя тоже иногда FPS проседает. Но в целом тут все прилично. Вот.
бы, так бы хотелось поиграть, конечно, в какой-нибудь там MSFS, еще в какие-то симуляторы. Так, а что тут, красный? Нет, нет, не красный, показалось. На другом пути красный. Так, можем продолжать движение. Ну, стоит рассказать, наверное, немножко про этот поезд. Что это поезд, как я уже говорил, БР-101. И он имеет массу 87 тонн, локомотив. Максимальная его скорость 220 км в час. И он строился в Германии в конце 90-х годов. Было построено 145 единиц. То есть он такой вот довольно быстрый поезд. И мы видим, что он прекрасно справляется с набором вагонов. Кстати, было написано, что 16 вагонов, по-моему, все-таки. Не 16, извините. Далеко не 16, да? Штук 8, наверное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А нет, 16 вагонов. Не обманули. Просто вот так вот в таком виде кажется, что нет, не может быть 16. Где-то 8. Нет, 16. Так, вот здесь можно, наверное, включить фары. Уже как-то немножко темно. Такой вот вполне себе мощный, быстрый, хороший поезд. Можно еще быстрее разогнать, но смысла я не вижу. Так, вот, и мы уже подъезжаем к станции. Можно выключать тягу. И начинать, наверное, торможение надо. Тормозить лучше вот по вот этому. Вот этой ручкой. Это, в принципе, мало на что влияет. Первое — это торможение поезда. Ой-ой-ой, он нифига не тормозит ведь. Слишком много вагонов. Сейчас мы пролетим эту остановку. Не заметим как. То есть, ну вот, быстрая миссия, она потому и быстрая, что она буквально заняла у нас, не знаю, сколько минут. Меньше, наверное, 10. Но если вам понравилось, я готов поиграть в компанию, вы пишите в комментарии, пожалуйста. Понравилась игра, не понравилась. Есть, я знаю, очень много любителей различных симуляторов. На моем канале, наверное, их не очень много, потому что симуляторов здесь практически никогда не было. Но немножко у меня там было в трансляции. Контракт симулятора. Так, подъезжаем уже куда-то. Можно, наверное, поставить здесь, чтобы он 20 км в час ехал, или 10. 10. Он, кстати, будет сам подтормаживать, да, тогда? Сам подтормаживать. А хотя и не нужно мне это. Автоматика. И без автоматики тут уже понятно, что я приехал, что осталось здесь каких-то 300 метров. До станции надо просто сейчас будет правильно остановиться. Скорость у нас не запредельная, мы едва едем. Больше времени у нас тут ушло на разгон и на торможение, чем на сам путь. Добавлю все-таки мощность. Пусть немножко едет. То, что тут совсем замедлился.
100 метров остается до платформы. Странно, что товарный поезд, конечно, останавливается на пассажирской платформе, но что поделать, разработчик так придумал. Можно посигналить. Так, что-то он начал разгоняться. Нам уж прям разгон-то тут не нужен. Люди есть. Гуляют по платформе. Платформа, там остановиться. Реклама какая-то, то есть, ну, как-то реализованы эти вокзалы, станции. Не знаю. Загадка, зачем мы на пассажирской платформе останавливаем товарный поезд. Может быть, какие-то запасы там пополнить, посмотреть, не знаю. Все равно не знаю, зачем на пассажирской. Так, все, здесь край платформы, уже можно оттормаживать, что будет. Такой вот симулятор, старенький, но вполне ездит. Все, поезд поставлен. Можно выключать свет. Включать поезд. Фонтограф снимается? Не, не снимается. Все, я достиг конечного пункта сценария, но здесь мне никаких оценок, скорее всего, не выставят. Типа, цель выполнена. Все, локомотив опробован. Пройдено расстояние 97 километров. Вот такая вот игра. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, пожалуйста, в комментах, стоит продолжать делать такие видео или не стоит. Если интересно, я буду продолжать. И, может быть, даже какие-то DLC впоследствии куплю. Всем пока, всем спасибо, что посмотрели. До новых встреч.